Приветствуем, друзья! На библейском портале «Экзегета» отвечаем на ваши вопросы. Почему растет число разводов? Это странно, поскольку Господь не велел разводом быть. Кроме одной, одной только причины – прелюбодеяния, измены одного из супругов, нераскаянной. А тем не менее, автор вопроса прав – чуть ли не больше разводов, чем новых браков. Это значит, что семьи умирают, не успев родиться. Не могут родители успеть еще родить детей, а саму семью не сохранить. Это одно из печальных последствий. Расвал семьи. Но, надо сказать, что и сами апостолы, услышав от Господа заповедь не оставлять жены своей, даже если она надоест, удивились строгости такой и единодушно воскликнули, лучше тогда вообще не жениться. Итак, апостолы предвидели в человеческой природе. В данном случае речь идет о мужской. Некоторую склонность к тому, что, чтобы на природном этапе завершить одни супружеские отношения, перейти к другим или остаться вовсе без них. Господь не совершенно опроверг их опасения, сказав, что вовсе остаться без жены — дело благословенное, если ты еще не брал на себя эти обязанности супружеские. Но не у всех есть на монашескую, девственную жизнь необходимая решимость. Те, кто имеют произволение хранить себя в чистоте ради совершенного служения Богу, те являются избранниками для особого безбрачного жизненного пути. А супругам надлежит не оставлять друг друга, если только не умрет половина либо физической смертью, либо смертью духовной к духовной смерти относятся как раз прелюбодеяние, супружеская измена, сумасшествие разных видов, присоединение к демоническим культам, сектам, такое духовное повреждение, отпадение от веры. В этом случае оставшись в одиночестве в связи с духовной или телесной смертью своей половины, человек невиновен в том, что приходится ему искать другого спутника жизни или спутницу. И церковь не сходит к человеческой ограниченности к природе, к его немощи и благословляет второй брак, в крайнем случае и третий, но не в том случае, если человеку надоело одной или другой стороне неохота нести супружеский крест и какая-то иная страсть или увлечение другой или другим, становится причиной пренебрежения своим супружеским обязанностям, своим супружеским крестом, своим делом спасительным, по жизни взятым на рамена. Вероятно, скажете все, причиной здесь является не любовь. Была любовь и были вместе, а вот оскудение любви неизбежно ведет к тому, что человеку для полноты бытия требуется что-то на стороне, что-то иное. От того и появляются то взаимные претензии, нетерпимость, упреки, измены, Обманы, агрессия. И согласимся мы, что справедливо поступил Моисей во времена древние, разрешив иудеям в случае неприязни к своей жене давать ей письмо, книгу распустную, подтверждающую ее освобождение от брака и отпускать ее на свободу, для того, чтобы что худшее с ней не учинить по причине своей нетерпимости и нежелания быть с ней. Выходит, что проблемы распада семей не в системе отношений, а во внутренней жизни. Каждого из тех, кто в результате принимает решение променять существующую семью на что-то другое. Именно недостаток жертвенного служения, готовности к жертвенному служению, недостаток покаянного чувства в собственном сердце, другими словами, оскудение христианских добродетелей делает брак неустойчивым молодежь сейчас не очень доверяет, как и всегда. Бывало свойственно молодежи словам взрослых, увещевающих, избирать себе спутника жизни, спутницу жизни не в хороводе, а в огороде. Не по внешнему пристрастию, не по эмоциям, чувственным определять свое призвание к единству семейному, а по единству ценностей, единству веры, единству направления жизни, целей ее, единству, которое зиждилось бы на вере во Христа, на любви к Церкви, на трудах по преодолению своих страстей, благодатью Божией, действующей в таинствах Матери Церкви. Можно сделать краткий вывод. Нецерковность является причиной распада многих семей. Тем болезненнее, когда этот распад касается семьи, освященной подлинно сочетавшийся благословенными узами церковного брака. Но не секрет, что призвать на главы свои и на души свои благодать венчания не трудно, а исполнять его обеты, обеты венчания, о жертвенной любви друг к другу, требует уже не человеческих только, но божественных, сил, божественной помощи. Потому и говорит Господь недоумевающим апостолам, невозможное людям, возможно, Богу. И в отношении богатства, с которым трудно спастись, и в отношении супружеского пути, который нелегок, но потому и спасителен. Невозможное человеком, кажущееся невозможным, на самом деле возможно там, где помогает Господь. Там, где Он призывается, там, где Он возвращает в души мир, милость к ближним, долготерпение, там, где Он сообщает не только способности потерпеть ограниченность ближнего, но и горячую решимость послужить Ему ради Господа, ради семьи своей, ради деток и их воспитания до полного самозабвения, жертвенно. Если бы молодые люди сегодня воспитывались в большей степени с этими ориентирами жертвенной любви креста христианского, который надлежит по, по жизни с достоинством пронести, тогда, думается, и семьи были бы крепки, и печальная статистика разводов не была бы Такая угрожающая. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.